Приветствую вас, дорогие друзья! Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить очень важные видео по самоисцелению. Сегодня мы поговорим об укропе. Такая всем известная зелень, но, может быть, некоторые из вас, а скорее всего, многие из вас, не знают о пользе укропа для нашего здоровья. Дело в том, что укроп является сильным, мощным релаксантом. Он используется при повышенном давлении. Это сразу я хочу обратить внимание. Почему? Потому что он повышает мочеотделение, способствует выведению токсинов, избытка солей, убирает отеки, лишнюю жидкость из организма и этим самым снижает очень быстро, легко и мягко давление. Помимо всего этого, укроп очень благоприятно влияет на почки. Мы прекрасно знаем, что укроп используется детям, укропная водичка, для улучшения работы пищеварительного тракта. Но и для взрослых это незаменимый ингредиент, если мы будем использовать зелень, укроп в данном случае в своих блюдах, для улучшения обмена веществ. Хочу обратить внимание, что очень часто вы выбрасываете именно черешки от укропа, а петрушки будут отдельное видео, а именно в этих черешках укропа содержатся самые важные микроэлементы, минералы, витамины. И именно черешки вы можете заваривать примерно 1 столовая ложка этих черешков на стакан кипятка, дать остыть и выпить этот стакан. Его можно выпить даже 2-3 раза в день. Это очень хорошо будет очищать ваши почки, выводить токсины, жидкость из организма и снижать давление. А если вы гипотоник, дорогие друзья, то вы должны обратить внимание на то, что принимать укроп в блюдах можно в средних количествах, скажем так. Это клетчатка, она очень хорошо для пищеварения, безусловно, служит и поставляет вам минералы, витамины и микроэлементы. Но увлекаться именно такой укропной водичкой, скажем так, я вам не рекомендую, потому что укроп очень хорошо и очень стабильно снижает давление. Если для вас это видео было очень интересно, важно, поставьте лайк, напишите в комментарии ваш отзыв и не забудьте подписаться на мой канал. Будьте здоровы и благополучны!